Наша Таня громко плачет. Звонила Вечку, значит, тише, Танечка, не плачь. Не ут... То есть понимаешь, о чем я говорю? То же самое, допустим, с состоянием эйфории есть такое. Попробуй эйфория. То есть... Я не знаю, что... Ну хорошо, поехали. Ладно, это такое... Блин. Ну злой пусть попробует, злой. Попробуй злой. Злой, попробуй. Попробуй. Ты злой, попробуй. Ну сыграй. Сейчас. Открой себе это. Как там ничего? Наша Таня... Я вами восхищаюсь. Не, пусть пока скачается. Хорошо, хорошо, эмоционально. Жопа. Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Скажи, почему у меня изнутри шла злость? А знаешь почему? Я же тебе сказал, потому что я представил, что она уронила мой мяч. Понимаешь, мой. Вот, ну, другой, допустим. Читаем с... Не, он правильно вещи говорит, на самом деле. Вот была, да, была радость. Правильная вещь. Попробуй. А вот попробуй порадоваться Тане, которая уронила в речку мяч. А чему радоваться? А вот найди чему. Вот ты, вот сейчас ты доходишь до истинного пути. Ты должен искать предлагаемые обстоятельства, от которых отталкиваться. Попробуй, найди в себе радость. Вот этот бредовый куплетик, давай с радостью. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Понимаешь? Ну, я с ней стебусь. Я начинаю, ну, вот чувиха гонит, она мячик уронила, и она плачет. Понимаешь? Ну, то есть в себе сразу находишь это. А с таким, то же самое можно сказать, допустим, со страхом. Страх. Сгенерируй в себе страх. Ты же боишься чего-то. Все мы вот боимся. Вот найди, чего ты боишься. Здесь, в этом четверостишке. Мячика. Попробуй. Да, твой мячик, он может стоить миллионы долларов. Он может, допустим, или же... Ты, а ты Таню не может бояться, Таню? Ты можешь, да. То есть, наша страхом. Таня? Ты можешь... Громко плачет. Наша, ты можешь... Уронила. Констатация этого факта тебя приводит в ужас. Наша Таня громко плачет. Плачет. А вот так вот, уронила в речку мячик. Это такая катастрофа? Ну вот в этом найди катастрофу, найди этот билет. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет, тише. И вот когда тише, тут уже из-за того, что это страх, ты уже не стебешься, ты уже говоришь шепотом. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Вот. То же самое здесь. Здесь я тебе даю предлагаемое обстоятельство. Готовые. Готовые. Романтика начала 20 века. Понимаешь? То есть ты, вот представь, что ты вот, как тебя зовут? Лёша. Юрий Григорьевич. Вот представь, что ты не Лёша из 21 века, из начала 21 века, где есть интернет, где есть там, ну, то есть все вот это вот свет, телевидение, радио, там, нанотехнологии. Представь, что ты живешь вот, ну, где-то ровно 100 лет назад. Представил, да? И теперь смотри, вот ты носишь тут фрак, ты ходишь с тросточкой в этом, в цилиндре. У тебя белая бабочка, ты ходишь по балам. Ты обращаешься к женщинам на «вы», потому что ты так воспитан, это твое воспитание, да? Ты, знаешь, у тебя, ты вот чувствуешь себя такой порог. То есть ты делаешь вот эти вот, то, о чем я говорю, реверансы. Перенеси в прошлое. Да, вот воздушные поцелуи. И ты, тебе непривычно сказать... ты мне нравишься, слышь, чувиха, как сейчас, слышь там, ты мне нравишься. Ты не так воспитан. Ты говоришь... То есть это вот в эту реальность попробуй перенести. Давайте попробуем. Да, давайте попробуем. Если получится, после ужина сам в себе покопайся и найди это. Я вами восхищен. Я к вам душой тянусь. Вы старых мастеров. Не спеши, медленно. Божественная форма. А ваши губы терпкие на вкус. А поцелуи слаще хлороформа. Кто дал вам небо? Чистую безбрежность. То океан. Смотри. Это на память. На самом деле, на память вам да запишу на диск. Пусть будет. Я просто, мне интересно процесс сам снимать. Да, это классно. Ну ладно, правда, оставишь мне? Обязательно. Я буду благодарен только. Потому что... Добрый вечер. Добрый вечер. Андрюш, да. У вас зарплата была или нет? Мне ничего не давали. Не давали, да. Ну, должна была, да? Ну, по идее, должна, потому что говорили, что зарплата. Сегодня? Нет, еще. Вот. Подойдите, вы подойдите, бухгалтерию. Вот, смотри,
вычерпаем рядок, как не хватает слов, как не хватает ласк, этот рядок вычеркнули. Но, но послушай, нет, он не вычеркнут, он оставлен. Но добавляем, нет, я сказал наоборот, его, да, я его сказал как раз вычеркнуть, но добавляем то, что вычеркнул. Мой любимый, как его? Палыч. Вот. А ваш тирольный взгляд, который смутно жаль, понимаешь? Ну тогда все, тогда весь куплет. Кто дал, то есть вот это и это можно вытеснить. И кто...